Почетный гражданин Щелковского района Леонид Твердохлебов отмечает день рождения. Ему исполнилось 73 года. Леонид Андреевич занимал пост главы Щелковского района с 1996 по 2008 год. За время его работы в городе были построены такие знаковые объекты, как универсальный спортивный комплекс Подмосковья и школа номер 4. Реконструирован узел связи и поликлиника в деревне Медвежьи озера. Коллектив нашей телерадиокомпании поздравляет Леонида Андреевича с днем рождения и желает ему счастья, семейного благополучия и, конечно же, здоровья.